Всем большущий и огромнейший привет! С вами Елена и добро пожаловать на мой канал. Друзья мои, чуть-чуть с гнусавым голосом, потому что опять заболели, но не показать не могу. Я наконец-то дождалась свою посылку больше месяца. Заказ свой с сайта Oriflame. Заказ долгожданный, ну, может быть, для кого-то уже и не актуальный. Но для меня актуальны, потому что я заплатила деньги, потому что я ждала. И, конечно, здесь мои любимые интимки – это Феминель. Вот с них, конечно, и начнем. Первое – это у нас pH-баланс. Вы знаете, что сбалансирована календула. И это у нас, по-моему, смягчающий, да, смягчающий крем-гель для интимной гигиены, 300 мл, и артикул 34504 по цене 199 рублей. В принципе, они все по этой цене будут и были, собственно, по каталогу, который уже закончился, прекратил свое действие, но вот ждала-ждала и, наконец-то, дождалась. Вот с такой с ароматической свечой. Как смогла, так, конечно, украсила. Следующий – это также Феминель. И это у нас освежающий. Нет, это у нас мягкий гель для интимной гигиены. Артикул 34501, потому что вдруг кто-то будет заказывать, говорю сразу, артикулы 199 рублей. Так, ну что вы прям не хотите фокусироваться? Может, свечечку маленько чуть вот сюда, и хочется уже мне чуть-чуть маленечко причихнуть. Ой. Опять это сезонное началось. Господи ты, боже мой. Следующий гель Феминель в моем заказике было 3. Кстати, друзья мои, я вам не показала. Показала я вам только, помните, да, педикюр. А маникюр я вам не показала. Посмотрите, какой красивейший, уже почти-почти предновогодний. Очень-очень красиво. Мне очень понравилось в этот раз. Ну, показываю как бы отдельно. Отдельно показывать тоже. Ну, как-то хотела и показать отдельно. Ну, в общем, вот. Оцените. В общем, 300 мл, артикул 34500. И это у нас уже освежающий, девчачий вот такой вот гель. Из геликов для интимной гигиены это все. Ну что ты не хочешь фокусироваться никак? Так, может быть, их маленечко представить, чтобы было видно. Заказала первый раз. И очень захотелось мне попробовать вот такой вот Элия шампунь. Это шампунь у нас получается. Ой, еле-еле видно. Ой, с натуральными маслами, по-моему. Шампунь, давайте посмотрим чуть-чуть, маленечко, маленько поближе, далеко не вижу. В общем, шампунь для волос. Да, с натуральными маслами. Уже подзабыла это все. Артикул 38585. Ценными маслами Элио за 319 рублей. Очень густой такой вот. Покажу, видите, да? Очень густой, пригустой вот такой вот. Ой-ой-ой-ой-ой, успела. Угу. Вот такой вот шампунь. Надеюсь, он мне подойдет. Пахнет великолепно, даже вот сейчас 250 миллилитров. Вот такой шампунь. Так, давайте перейдем
К мылкам я ждала вот такое вот. Мыло, конечно, это новиночка, и это шафран и пассифлора, по-моему, да? Пачули. Мыло с шафраном и пачули. Вот такое вот мыльце. Очень красивейшего цвета, очень красиво. Посмотрите, там внутри, да, получается вот это вот, которая наклеечка, и там вот прямо с таким вот очень красивейшим таким дизайном, даже цвет сам вот этот вот насыщенно малиновый цвет, очень красивый. 300 миллилитров здесь по мылкам у них в основном стандарт. Артикул 39, 440 8, и по цене мне это мыло обошлось 319 рублей, в принципе, как и шампунь. Теперь куда бы мне так поставить, красивейший не закрыть. Так, по мылкам это еще не все, которые еще мылки взяла, и мы посмотрим это в конце. Взяла две зубные пасты, но здесь смотрела блогеров и, конечно, прокололась. Цена, конечно, одинаковая, а по объемам чуть маленько разная. Они изменили дизайн. Теперь вот такой вот дизайн у пасты. Так, артикул 44 953. И это у нас паста с травяными маслами. Здесь 100 миллилитров и 127 рублей. Уже довольно-таки, ну, в общем, цены, конечно, подскочили в компании Oriflame довольно-таки хорошо. Уже сейчас вообще далеко все, абсолютно все не бюджетно, поэтому, в общем, думать и решать. Все запечатано, все зафольгировано. Открывать пока не буду. Вот эта зубная паста 75 миллилитров, артикул 38 873. И эта зубная паста для чувствительных зубов 127 рублей. То есть есть разница 100 и 75 миллилитров. Конечно, ну как-то что ли маленько не бюджетненько. Для ног крема у меня постоянно и пожизненно в ходу, потому что ручки-ножки нуждаются в уходе. И вот такая вот новиночка с артикулом 38 473. Правильно сказала? 38 473. Да, это крем для ног с черешней и миндалем. 95 рублей. Ну все, опять села, опять. В общем, вот такой вот он кремушек. Здесь не запечатано. Ничего, в общем, вот такой крем. Не... Кремушки почему-то идут не зафольгированные. 75 миллилитров. И последнее, что я вам показываю, пришла листовка, но она абсолютно не актуальна. Окна в успех. Так, что-нибудь как-то вот здесь. Так вот что-то все у меня в этот раз чуть ли не по росту, друзья мои. Так. Маленечко. О, чтобы было красиво и все видно. В принципе, шампунь. Мне вообще сама вот эта вот упаковочка шампуня очень-очень нравится. В общем, вот свечку закрыла, ничего страшного. И последнее, вообще самое. Последнее захотела показать очень быстро, но почти на 10 минут. Это вот такие мылки. Это серия Discover Голливуд. Здесь 90 грамм, по-моему. По-моему, 90. 90
крам. В общем, мыло Discover Голливуд, мыло Коста Рика, мыло... Следующая мылка — это мылка Калифорния. Вот такие красивейшие мыла. И сейчас скажу по цене, во сколько они мне обошлись. В общем, джунгли Коста Рика 47 рублей. Мыло Discover пляжа Калифорнии 47 рублей. И мыло Discover Голливудская мечта 47 рублей. Думаю, очень и очень даже хорошие, замечательные мылки. И за 79 рублей мне обошлось это самое последнее. Вот такое мыло Шафран и Пачули. Посмотрите. Начиная от самой эко-упаковки. 75 грамм мыла. Артикул 39454. Ну, эта мылка, в принципе, можно показать. Посмотрите, с красивейшим штампиком, приятный цвет под мои ноготочки. Супер. Essence Go, вот такой вот штамп мыла на и свежайшее до... По сроку годности до 6 июня 2024 года. Супер. Супер-пупер. Мыло в Oriflame очень хорошие, замечательные. Так же, как и серия Феминель. Буду ли я заказывать, друзья мои, дальше впоследствии, не могу сказать. Посылку дождалась кое-как. Конечно, с психом, и звонила и в Сберлогистику, которую отправляют они посылки, чтобы забрать на постамате. И звонила в Oriflame, конечно, дозвониться до туда по целому часу ждала автоответчик, да, чтобы ответил. Это, конечно, и нервы, и ради суммы, которая, мало того, что плата за доставку в постамате 350 рублей, плюс из-за суммы, которой был совершен мой заказ, на которую 2 150 4, либо сделать большой, огромный заказ, потому что от Феминель я, наверное, в ближайшее время точно отказываться не буду. Не могу, друзья мои, честно сказать, как произойдет, что же будет дальше. Но, в общем, перед Новым годом, конечно, заказывать не буду, потому что настроение портить не хочу. После Нового года будет видно. А вам, друзья мои, хочу пожелать отличнейшего настроения, уже предновогоднего настроения. Всем вам счастья, всем вам здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Я с вами не прощаюсь. Я говорю вам всего вам доброго.